Guten Abend, Добрый sehr вечер, verehrte уважаемые Damen und дамы и Herren. господа. Montagabend um 21 Uhr В прошлый понедельник вечером в 22:00 закончилось перемирие без продления со стороны президента Украины Порошенко. Bereits in der Nacht auf Dienstag wurden durch die Уже в ночь на вторник украинская армия была открыт сильный артиллерийский огонь по позиции локальных вооруженных формирований и нанесены удары с воздуха. Многие невинные граждане были при этом убиты. Zuvor hatte sich der russische Präsident Wladimir Putin Ранее für eine президент Verlängerung России Владимир der Путин eingesetzt. Выступил за продление соглашения о перемирии. По сообщениям СМИ, он также выразил готовность разрешить допуск на российскую территорию украинским пограничникам. Gemeinsam mit ihren russischen Kollegen Вместе со своими российскими коллегами они должны контролировать границу в тех районах, где украинские КПП захвачены так называемыми сепаратистами. Кроме того, в будущем и наблюдатели ОБСЕ должны иметь возможность выполнить свою миссию на территории России. Однако, несмотря на такую удивительную отзывчивость Путина, Вашингтон ожидает от Москвы в очередной раз большего вклада в деэскалацию конфликта, как заявила пресс-секретарь Госдепартамента США Дженнифер Псаки. То же самое говорит и представитель правительства Германии Штефан Зайберт, который ожидает от России больших усилий для мирного решения конфликта. Еще до того, как Порошенко прекратил перемирие и тем самым похоронил надежду на мирное и дипломатическое урегулирование конфликта, пресс-секретарь Госдепартамента США Псаки заверила правительство Киева в полной поддержке со стороны Вашингтона. Я цитирую, «Какое бы решение они ни приняли, мы поддержим их». Хотя фактически Порошенко и его сторонники ответственны за новые случаи гибели людей, козлом отпущения за все события в Украине снова становится Владимир Путин. Вчера в своей речи президент России осудил такой подход и перед собранием российских дипломатов проанализировал эту ситуацию. Путин о решении Порошенко сказал. К сожалению, президент Порошенко принял решение возобновить боевые действия. И мы не смогли, я имею в виду себя и своих коллег из Европы, не смогли его убедить в том, что дорога к надежному, прочному, долгосрочному миру не может лежать через войну. А внутриполитической ситуации в Украине Путин сказал. Все, что происходит на Украине, это, конечно, внутреннее дело украинского государства. Но нам до боли жаль, что гибнут люди, гражданское население. Вот что сказал Путин о гибели российского журналиста, который во время официального перемирия сопровождал группу украинских женщин к военной базе, которые хотели навестить своих мужей. Журналист во время съемки был поражен пулей, в результате чего он умер. Я цитирую. Абсолютно неприемлемым является убийство журналистов. Кто боится объективной информации? Видимо, только те, кто совершает преступления. Путин о НАТО. Что касается Крыма, мы не могли допустить, чтобы на крымскую землю пришли бы войска НАТО и был кардинально изменен баланс сил при Черноморье. Путин о Европе. Необходимо настойчиво добиваться исключения на европейском пространстве любых антиконституционных переворотов, вмешательства в внутренние дела суверенных государств, шантажа и угроз в международных отношениях, поощрение радикальных и ненацистских сил. Нам всем в Европе нужна своего рода страховочная сетка, чтобы иракский, ливийский, сирийский, к сожалению, в этом ряду нужно упомянуть и украинский, прецеденты не оказались заразной болезнью. Путин о ситуации в мире. На карте мира появляется все больше регионов, где обстановку хронически лихорадит. Проявляются системные дисбалансы в мировой экономике, финансах, торговле. Продолжается размывание традиционных нравственных и духовных ценностей. Народы и страны все громче заявляют о решимости самим определять свою судьбу, сохранять свою цивилизационную и культурную идентичность, что вступает в противоречие с попытками некоторых стран сохранить доминирование в военной сфере, политике, финансах, экономике и идеологии. Дорогие зрители, ответьте заявление Путина, оцените сами для себя, действительно ли это Россия проводит политику подстрекательства к войне. Кроме того, еще предстоит выяснить, получит ли отклик на кризисном саммите в Берлине
Требования России о новом перемирии. Уважаемые зрители канала Кляги Маур ТВ, пожалуйста, приглашайте новых зрителей посмотреть наш канал, чтобы эта важная информация проникла за пределы небольшой зрительской аудитории. Мы ежедневно комментируем текущие сообщения СМИ и даем слово важным голосам против мирового подстрекательства к войне. Агитируйте за этот независимый канал, чтобы эта информация стала общеизвестной. Повсеместное разъяснение еще может предотвратить наихудшее. Спасибо, что следите за новостями. Доброго вам вечера.